Подрядная организация начала разбирать конструкции второго этажа накануне. В соответствии с распоряжением главы города Сочи происходит снос незаконного построенного второго этажа кафе «Бабаево». Нами приглашены подрядная организация, спасатели на всякий случай. Несмотря на то, что администрация действует согласно 222 статье федерального закона, хозяин заведения всячески пытался помешать исполнению распоряжения главы Сочи. Что творите-то вообще? Что происходит? Но попытки не увенчались успехом. Рабочие продолжали разбирать незаконно построенный этаж. Вообще работы по очистке Приморской набережной от объектов, закрывающих вид на море, начались еще в прошлом году. Глава города Анатолий Пахомов призвал активизировать работу по правовому обоснованию и сносу уродующих курорт объектов. До наступления летнего сезона во всех четырех районах города будут снесены еще почти три десятка объектов в прибрежной полосе.